Всем нихао, меня зовут Даниил Иванов. Про последние события из Пекина я сейчас расскажу. Начинаем, конечно же, с биатлона, мужской эстафетной гонки, драматичной гонки. Наша сборная, в составе которой бежали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, завоевала бронзу. Но претендовали-то мы на золото. Практически вся гонка складывалась прекрасно, лучше и представить было сложно. Халили, Логинов и Цветков отработали идеально на своих этапах, завершая свои этапы лидерами. Латыпову предстояло не упустить преимущество над Францией в 41 секунду. Далее шли норвежцы и немцы. Россиянин прошел Лешку шикарно, отрыв сохранился. Но что произошло дальше? А дальше стрельба стоя и... два штрафных круга. Два. В итоге третье место, отставание от первого 45 секунд. Все поменялось. Золото сначала нам улыбнулось, а затем повернулось одним местом, к сожалению. Разочарование ли это? Ну, если бы перед гонкой нам сказали, что Россия займет третье место, то мы, думаю, были бы счастливы. А потому, как складывалась эстафета, то, конечно, это драма. Настоящая драма. Все было в наших руках. Но фортуна распорядилась по-своему. Момент разочарования, конечно, есть, и он никуда не денется. Но это Олимпиада, где-то удача улыбается нам, где-то нет. Эдуарда нужно поддержать, а не закидывать камнями. Это спорт, не забывайте про это. Выиграли в итоге норвежцы, которые всю гонку шли где-то там, непонятно, позади. Серебро у Франции. По трезвым ощущениям все закономерно. Как по сезону шло. Норвегия, Франция и мы. Но очень обидно. Затрясло Эдика. Он побоялся выиграть и проиграл. Я расстроен. Шанс был великий на золото. Еще одну награду нам сегодня принесли конькобежцы в командной гонке преследования. И особенно приятно, что в этом забеге принимал участие нижегородец Сергей Трофимов. Он вместе с Даниилом Алдошкиным и Русланом Захаровым заняли второе место. В финале россияне проиграли борьбу за золото норвежцам, бронзу у американцев. А женской сборной немного не хватило до бронзы. Представительницы Нижегородской области Наталья Воронина и Елизавета Голубева, а также уроженка Ивановской области Евгения Лаленкова уступили за третье место команде из Нидерландов. Золото завоевали канадки, а серебро у японок. А на что нам посмотреть завтра? Хоккей, матч 1/4 финала. Россия сыграет с Данией, с которой уже встречалась на групповом этапе, победив в сложнейшей игре 2-0. Завтра также будет непросто. Биатлон, женская эстафета, лыжные гонки, командный спринт классическим стилем пробегут и мужчины, и женщины. А также не пропустите шорт-трек. Две эстафеты у мужчин на 5000 метров, а у женщин на 1500. Среда будет насыщенной. Ну а на этом все на сегодня. С вами был Даниил Иванов. До встречи!